хорошая передача. И вот на этот раз может быть неплохая атака. И гол открывает счет. Великолепный розыгрыш. И Валерий Павлова. Красиво забрал такой произвольный булит. И прям топ-шелл от 89 номера Бирюсы. Неудачная передача в исполнении игрока Бирюсы. Еще момент. Опасно. И третья шайба, вы знаете, влетает в ворота. Это Павлова забросила шайбу, да? Валерия Павлова. Внимание. Вот это да! 1-0. Как все сделала. Ну, мастерица. Валерия Павлова, обладающая великолепным бросковским стилем. Продемонстрирует она нам его? Да. Продемонстрировала. Так, ну уже очевидно, что ничего не получится. Ванки Рейс в... Павлова делает хет-трик за два дня. Рипатова дальше на Добродеева, но не точно. Еще пробует выбрасывать, но выбрасывает аккуратно клюшку Валерии Павловой, которая ставит закономерную точку в этой игре. 3-2, победа Бирюсы. Какой быстрый выход из своей зоны, сразу же уже опасность может возникать. У ворот Меркушевой шестая шайба влетает в ворота. Павлова делает дубль. Да, между щитков Меркушевой шайба направляется, и Валерия Павлова отмечается сегодня дублем. Что ж творится в обороне у Бирюсы, совершенно мне непонятно. Павлова на широком шаге катит на ворота и будет бросать с неудобной руки. Потрясающая развязка сегодняшней встречи. Что творит капитан красноярской команды? Дубль! Невероятно!